В Елабужском институте КФУ прошел турнир математического брейн-ринга. Среди школьников встретились лучшие команды из Елабуги и Мамадыша, чтобы определить победителя. После двух туров председатель жюри объявил результаты, и оказалось, что обе школы набрали по 15 баллов. Поэтому командам был задан дополнительный вопрос, правильный ответ на который дала команда Елабужской школы номер 10, которая и получила первое место. В заключительном этапе мы снова стали победителями. Да. Самое интересное в этой игре, мне нравится то, что когда команды набирают одинаковое количество баллов и задают дополнительные вопросы. И сегодня тоже получился такой овертайм. И мы снова победили.